Проект Первого областного канала «Письма с фронта» заставил некоторых телезрителей еще раз перечитать военные письма своих родных. Дочка ветерана Великой Отечественной Елизавета Малышева передала в нашу редакцию письмо, которое написал ее отец в 40-е годы. Фронтовое письмо – одно из немногих личных вещей, которые сохранились от красноармейца Ивана Малышева. Когда оно было написано, также доподлинно неизвестно. Зрители Первого областного увидят и услышат послание, написанное несколько десятилетий назад, в самое ближайшее время. Всего же в эфир уже вышло более 10 фронтовых писем. Авторы проекта специально подобрали не только письма красноармейцев к родным и близким. В телепереписке времен 41-45 годов есть и послание трудовых коллективов тыла нашим фронтовикам. Проект продлится до 15 мая. Всего зрители вместе с нашей редакцией еще раз перечитают порядка 30 писем с фронта. 20.